Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Для чего я периодически провожу курсы условного голодания? Для того, чтобы очищать свой организм от шлаков и токсинов. Потому что всем известно, что избыток шлаков и токсинов в организме приводит к различного рода заболеваниям. Так вот, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, сохранять свой вес в нормальном состоянии, свое энергетическое состояние и, в общем и целом, иммунитет и здоровье, мы, люди, которые приобщены вот к этой очистительной практике, регулярно проходим курсы условного голодания. Либо это короткие, либо длинные, зависит от состояния человека, от его целей. За 4 года я провела уже 6 курсов условного голодания различной протяженности. И на сегодняшний день у меня есть очень четкое представление о том, как это нужно делать, какие бывают последствия, как положительные, так и отрицательные, как минимизировать отрицательные последствия, как справляться с трудностями, возникающими во время прохождения курса условного голодания и многое другое. То есть это практика, которую я прошла на своем собственном опыте. Вопрос в следующем. Трудно ли и страшно ли и тяжело ли мне было самостоятельно проходить мой самый первый курс очищения? Те зрители, которые следят за моим каналом, они знают, что я вела дневник своего очищения в 2016 году, когда это было у меня первый раз. И они знают, что мне было, да, немного было страшновато, немного было не уверена в себе, потому что это было впервые, и никто не знал, чем это все обернется. Но, к счастью, для меня это все обернулось очень здорово. Я получила очень много положительных результатов. И сегодня я уже вспоминаю с улыбкой тот самый свой первый курс, потому что там было очень много незнания, страхов и неуверенности. На сегодняшний день этих страхов уже нет, неуверенности нет, знаний прибавилось значительно. И сейчас очень много я получаю писем, сообщений от моих зрителей, в которых я читаю точно такой же страх, точно такую неуверенность, точно такую же точно такое же желание с кем-то посоветоваться, поделиться, найти поддержку. И я их прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю этих людей, потому что все новое страшно. Так вот, ответ состоит в чем? Трудно ли пройти самостоятельно курс условного голодания? Да, ответов будет два. Да, трудно, если у вас недостаточно информации, если вы не очень уверены в себе, если у вас накопились какие-то хронические заболевания. В этом случае, да, трудно решиться на такие мероприятия, исход которых тебе неизвестен. То есть теоретически ты понимаешь, что все должно быть хорошо, но практически ты можешь опасаться, что что-то пойдет не так. И без поддержки ты не сможешь принять правильное решение. И есть риск навредить себе. И второй ответ – нет. Это делать не трудно и не страшно. Если у тебя достаточно информации, если ты представляешь себе очень четко сам механизм этого процесса, как все устроено в организме, чего ждать, какие меры принять. Если ты человек самодостаточный, уверенный в себе, и если ты не нуждаешься в командной поддержке, то в этом случае ты совершенно спокойно можешь пройти курс условного голодания самостоятельно. И теперь в свете вот этих двух ответов я опять возвращаюсь к нашему марафону, который проходит сейчас
марафон «Обновленное тело», в котором мы – это три организатора: врач Татьяна Алексеева, тренер по лимфодренажной гимнастике Мила Яковец и я, консультант Бая Че. Мы проводим групповой курс очищения организма, марафон «Обновленное тело». Первый поток мы уже выпустили с хорошими результатами. Второй поток сейчас находится в работе и идет уже набор на третий поток. Какие выводы я могу сделать сегодня, наблюдая за участницами марафона? А вывод следующий. На марафон приходят именно те люди, которые и подпадают под первый ответ. То есть это те люди, которым трудно самостоятельно решиться на вот такое мероприятие, как очищение организма. И это те люди, которые имеют очень сильное желание и большую цель, но не могут ее воплотить и не могут осуществить вот это свое желание, потому что чувствуют некоторую неуверенность. Так вот, участие в марафоне и командная поддержка, поддержка со стороны экспертов и поддержка со стороны таких же участников марафона, обеспечивает человеку гораздо большую уверенность в себе, а это, согласитесь, немаловажно. Чем больше у нас уверенности, чем больше веры в стопроцентный положительный результат, тем, естественно, лучше будут результаты, потому что психосоматику никто не отменял. Наше тело – это не только физическое тело, но еще и ментальное, и духовное, и много всяких других. Так вот, вот когда воедино, и когда соединяются вот эти вот все аспекты, то есть желание, цель, информация достаточная, большая поддержка, то все получается. Все получается как нельзя лучше, и я сейчас хочу вам в качестве доказательства дать вам послушать монолог одной из участниц марафона «Обновленное тело» из первого потока, которая поделилась своим голосовым сообщением в чате, ну, со своими, так сказать, единомышленницами, которые также участвовали в этом потоке. И с ее позволения я скачала это голосовое сообщение из чата в WhatsApp. И сегодня даю вам послушать ее настроение, ее впечатление от участия в этом марафоне. И думаю, что вот тот настрой, то состояние, в котором она находится сейчас, оно как нельзя лучше отвечает на вопрос, который я поставила в сегодняшнем видео. Трудно ли пройти условное голодание самостоятельно? Доброе утро, девочки! Иду сейчас 2 шага в секунду, поэтому неудобно писать. Я вот решила голосовым сообщением. Проснулась сегодня в состоянии такого безмятежного счастья. Опять вот это ощущение детства, когда открываешь глаза, просыпаешься легко. И айда на улицу, сразу же выбегаешь и там гуляешь до упаду. Я вас всех крепко обнимаю. Огромное спасибо, Танечка, Баечка, Милочка. Ну, счастье, радость, благодарность, позитив. Позитив просто хлещет через край. Программа была удивительная. Программа не только по поводу похудения, но и изменения сознания и образовательная. Ну, да, такое состояние, когда вот слов нет, одна благодарность.